1 ноября к российским дилерам Mitsubishi Motors поступает финальная партия из 500 внедорожников Pajero. Легендарная модель постепенно покидает мировые рынки, о последней партии для Японии мы рассказывали еще весной. И вот прощальное издание для России. Pajero Final Edition предлагают в комплектациях InStyle и Ultimate с 3-литровым бензиновым двигателем, 5-ступенчатым автоматом и фирменным полным приводом Super Select. На кузове и в салоне всех машин будут размещены отличительные логотипы серии Final Edition. Также в комплекте идет именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии. Напомним, что нынешняя четвертое поколение Pajero выпускается в Японии с 2006 года, а вот каким будет следующий, пятый Pajero, достоверной информации пока нет. Независимая немецкая марка Alpina свою заряженную трешку B3 Touring представила еще в сентябре во Франкфурте, ведь сама компания BMW выпускать универсал M3 не будет. А вот на автосалон в Токио Alpina привезла уже седан B3, причем в праворульной версии. За основу взят BMW 3 серии в M-пакете, что довольно необычно для Alpina. Вероятно, развитые воздухозаборники понадобились двигателю. Сообщают, что под капотом рядная шестерка нового поколения с двойным надувом. Индекс не назван прямо, но речь может идти о двигателе S58, который уже стоит на BMW X3 M и развивает там на 18 лошадиных сил больше, но уступает Alpine целую сотню ньютон-метров. Какой будет отдача BMW M3 с этим мотором, мы узнаем только в следующем году. К тому времени Alpina B3 будет уже вовсю продаваться.